такая сейчас жопа в Эмиратах. Просто песок летит, попала я в песчаную бурю на своем скутере. Даже повернуться боюсь просто. Что там со мной вообще? Как я одета, мой верный скутер. Ох, и сзади просто бурища, просто... Ладно, сейчас переведу. Телефон просто выбивает. Мне вот туда ехать домой. Снова прям на меня идет. Но это вообще борьба человека с природой. Ух ты! Наклонили блайзер вперед и стоим. Ух ты, оно все летит, реально летит. Жесть какая. Ладно, народ, пойду-ка я выезжать, попытаюсь. Все, всех обняла. Ну что, добралась домой, повезло. Браслет просто весь в песке. Вам даже, наверное, не видно. Сняла, у меня просто ноги все в песке были. Я вытрушивала. Жесть какая. Глаза все в песке, хотя у меня классные очки защитные. Сейчас на улице, ну, такой небольшой дождь. Да, вот мы читали, что дожди в Ильяне будут, посмеялись. Оказывается, да, есть. Сейчас пойду отмываться. Вот, пойдем еще посмотрим, как котики в буре у нас прячутся и кушают. Малыши. Это не вся наша компания, еще их больше, их пятеро. Так вон же кошка на этом. Ой, да, я кошку не заметила. Ну вот уже, смотри. А рыжего я там просто... И рыженького нет, вот они все. Ну, рыжий это в приемах, поэтому да. Просто... Рыжий приемный сынок маленького котенка она удочерила или усыновила. А это вот ее коты, наша кошка. Было видео про наш дом в Эмиратах. Привет! И про кошку и котенка Карлоса. Ну вот там хотела вам показать, уже буря почти перестала. Ой, но немножко дожди капает. Да, идем. Ну подожди, Масяты кушают. Ну давай выйдем, в принципе, покажем. Наелись уже котики, но они нас боятся еще, они очень дикие, реально вот. Ну как-то уже нормально могут заходить. Ну вот, вот, вот. Мне нравится, когда они попой прячутся, да, попа застреет. Да, Масятка, попа застреет. Вот, кормик купили. О, шипит. Посмотри. Спрыгнул, зацепился и снова впрыгнул. О, вообще, слушай, прям победа сегодня. Не давался трогать вообще. Серый такой. Вот они там любят лежать, потому что там у нас кондиционер капает. И там немножечко у них, немножечко прохладно. Так, давайте посмотрим, что на улице. Ну, видите, я проехала, немножко успокоилась. Ну, капает дождик. Мело что-то ненормально. Ну, мело такое, вы видели, это просто. Ну, сейчас вот успокоилась чуть-чуть. Вот такие бури попал, вот, и тебя сбило, и все. Это не дождик, это порог. Меня разок сбило на велике, помню. Ну, ничего, уцелело. Ну, вот такие у нас бури бывают в Эмиратах. Что вы там попадали в бури? Не дай бог, конечно. Если что, глаза прикрывайте, голову вперед наклонили. Хорошо, если блайзер есть. Вчера мальчик вот ехал здесь и увидел эту технику езды. Вон финички уже, смотрите, в сеточках. Скоро будет сезон фиников. Вот, так что вот такое у меня сегодня приключение. Так что, ну, совсем не скучно в Ильяне, кстати. Все, всех обняла, всем добра.